Спите спокойно. Городские чиновники прислушались к доводам депутатов и опасениям бизнесменов по поводу десятикратного увеличения ставки налогового имущества. Мэрия пошла на попятную. Платежи будут начисляться, как и прежде, по минимуму. Ставка осталась на уровне 0,1% от кадастровой стоимости. О других не менее важных событиях из жизни региона далее короткой строкой. Свердловская область против рака. Почти 20 тысяч свердловчан приняли участие в акции «Урал. Территория здоровья». Она направлена на профилактику онкологических заболеваний. В Каменске-Уральском все желающие прошли обследование у онколога, стоматолога и других узких специалистов. Больше полусотни человек прошли маммографию в поликлинике. Следующие акции планируют провести в Первоуральске и Екатеринбурге. Взяться за старое и построить новое. Евгений Куйвышев распорядился создать рабочую группу по увеличению мест в школах региона. Вопрос будет решаться путем реконструкции и строительства образовательных учреждений. По словам губернатора, это необходимо, чтобы перевести всех школьников на обучение в одну смену. Добавим, в этом году в Свердловской области сдадут 6 школ. В следующем построят уже 11. Взять на карандаш. Свердловская область готовится ко всероссийской переписи населения. Первое совещание с главами муниципалитетов провел заместитель губернатора Олег Чемизов. Он отметил, что результаты подсчета учитываются при распределении бюджетных ассигнований. Перепись пройдет в октябре 2020 года. У россиян будет возможность самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг или пройти процедуру на стационарных участках.